Всем привет! С вами Smart Open. И сегодня мы для вас сделаем обзор наших ручных шампуней. Из шампуней в нашей линейке присутствуют это нано-шампу, мистик, ту-шампу и, конечно же, наши новиночки ту-шампу Gold и ту-шампу Phoenix. Теперь разберем каждый шампунь отдельно и посмотрим, чем они отличаются. В первую очередь все шампуни предназначены для ручной мойки и удаления статических загрязнений. Итак, первый шампунь. Нано-шампу. Шампунь с гидрофильным эффектом. Один из самых популярных в нашей линейке. Он предназначен не только для удаления статических загрязнений, но и придает автомобилю дополнительный блеск и гидрофильный эффект, который в дальнейшем позволяет намного быстрее высушить автомобиль. Обладает приятным ароматом груши и высоким пенообразованием. Итак, следующий продукт. Мистик – это кислотный ручной шампунь. Появился в нашей линейке относительно недавно. Предназначен для удаления статических загрязнений, нейтрализации остаточной щелочности после проведения первой стадии мойки. А также, внимание, он предотвращает образование водного камня, тем самым восстанавливает гидрофобные свойства защитных покрытий, таких как керамика, жидкое стекло и другие. Обладает приятным ароматом и высоким пенообразованием. Далее. Ту-шампу. Стандартный ручной шампунь. Обладает хорошим пенообразованием, моющими способностями и приятным ароматом. Не содержит консерванта. Подходит для проведения двухфазной мойки, так и подготовки автомобиля к полировке и нанесению защитных покрытий. А теперь перейдем к нашим новинкам. Ту-шампу Gold. Ту-шампу Phoenix. Это классические ручные шампуни без консерванта, с усиленным пенообразованием, отличным лубрикантом, обладают обалденными ароматами. Вы только посмотрите, как они выглядят. Это целый вулкан страстей и эмоций. Все шампуни содержат большое количество поверхностно-активных веществ, которые сочетают в себе высокие моющие способности и отсутствие воздействия на поверхность. Не разрушают ранее нанесенные защитные и нанокерамические покрытия. Обладают приятным ароматом, которое создает комфортные условия при работе с ними. С вами был Smart Open. Ухаживайте за своими авто правильно. До новых встреч!